Не прошло и месяца, как выходит новое обновление 3.6.0. И сегодня мы ее всю посмотрим. Но перед началом просто поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал. Кстати, тупые собаки. Да, я что-то показал, что это зеленый, но... Желтый фон. Такой, появилось новое оружие, вообще. А я уже... Эти шапки вообще, ну там, ну реально, ну вообще ничего не добавить. Ты помолчи! Я купил у него урон 0. А, стоп, я зашел сразу в скины! Что это? What the hell? Кто? Так, а на него шляпы не надо. Так, новые машины... Что это? Тихо всем, я не... Ой, тут куча шляп. Неудивительный цирк. Нет, это что, удивительный цирковой цирк? Короче, вот все шляпы. Так, глаза. Я на глазах, что это такое? Ух ты! Сос! Вот это я. Тупо взял, сразу дал. О, легендарный бажище. Так, и костюмы, давай, костюмы. Там по-любому должен быть какой-то костюм. Нет! Что за бред? Что за дичь? Что за... Стоп, это же тот арт, погодите, это же... Так, ну и давай, я опускаюсь вниз. Ну, просто подожди. Уйди и... Ой, а чё посмотри, я так медленно хожу? Я человек... Ты лысый чел, да, что ты надел? На! А, есть урон! Ай-яй-яй, хватит, бейте! Все, стоп, все остановились. Смотрите, тут нет пустоты. Саня, я за стенкой есть еще. Какой? Тут можно просто... Этой? О, тут карта больше. А, тут нельзя зайти внутрь. Ой. Так, что? Иди к пингвину и будем чекать предметы. Тихо! Воу! Нердище! Предметы. Стой! Что? Где-то ты взял? Сос. На кореша! Стоп! Чуваки! Давайте, как назовем вот этого бро? Пересчитаем. Да, Довс! Алёша, нет! Алёша. Запоминаем, Игорь. Алёша. Это всё-таки меня разработчик с миллионом поздравляет, что у меня скоро миллион. А, кстати, подписочку на канал, потому что миллион. Мне подписку на канал. Что ж, мы продолжаем смотреть наши предметы. Кстати, ребятки, если вы смотрите это видео, умоляю, сделайте какой-то бэкрумс для нас. Только зачем разраб добавил 2 кубик? Ой, один большой. Все эмоции, ребятки, эмоции, смотреть всем. Пусто. О, а просто... Это пускалище. А ну, Вик, еще раз нагнись. Погоди, Вик, нагнись еще раз. Вы буллинг Вика, я считаю. Ну все, мы с предметами закончили. Что здесь происходит? Да, видео получилось очень маленькое, но я показал не все из этого обновления, поэтому ждите еще видос. А если говорить честно, там мега интересно. Ну что, с вами был я, Жура, до новых встреч, пока.